прямо там была. Спасибо, вы нам ее дали. И здесь, вот в таком интересном управлении стекла, оно будет еще выгораться. Но здесь будет некоторая статистика. Сколько людей было в космосе? Сколько людей сейчас в космосе? Сколько людей на основе МКС? Сколько человек дней вообще люди были в космосе? И это будет все в онлайне меняться. А вот вопрос, вы не планируете эту капсулу делать доступной? Там можно, знаете, обойти сзади, посмотреть, что там внутри. Что-то возможно. Вот это, как бы, здесь будет закрыто. Там, да. Там не все так удобно, забираться туда будет тяжело. Тяжело. Мы подумаем. Но эта капсула вообще не была. Это, она была в космосе, но она не летала с человеком. Поставить туда начинку с человеком, чтобы они там могли сесть. Так. Ну, это может быть интересно. Да? Вот вы хотели бы в эту капсулу? Ну, я, наверное, единственный, кто бы туда поместился. Да нет, ну что? Нет, ну это, кстати, это не парашют. Это не парашют? С той стороны. Вот здесь парашют. Вот под парашютом. Нет, вот, это вот здесь. Давайте мы с Ростовским поговорим. Потому что если будет возможно, чтобы сделать ее доступно. Да? Поверьте, мы включимся. Убей. Да.